Попасть на прием к педиатру без долгого ожидания в очереди стало возможным. Вот уже более 3 месяцев в детской поликлинике Удачнинской городской больницы действует система предварительной записи к врачу. Удобно ли это горожанам, узнала Ольга Мукатаева. Более 3000 маленьких пациентов числятся за детской поликлиникой Удачнинской городской больницы. Предварительная запись на прием к врачу – решение проблемы. Запись на прием можно произвести за месяц вперед. То есть расписание у нас так составлено, что на месяц вперед можно записаться. Повторные больные, когда обращаются на прием к педиатру, их записывает врач уже непосредственно, когда необходимо. Принять всех желающих за 2-часовой прием порой невозможно. На осмотр только одного ребенка уходит около 10 минут. Первым делом проходят те, кто записался заранее. Остальные идут в порядке живой очереди. Мы принимаем всех, никому не отказывать, тем более больным детям. Вот, если время приема закончилось участка, принимает участок какой-то другой, обращается, значит, на другой участок. Предварительно записавшись на прием, родители маленьких пациентов экономят не только свое, но и время медицинского персонала. Предварительно мы видим, какой пациент сейчас в данный момент зайдет. Мы уже берем амбулаторную карту, и перед этим я могу подготовить амбулаторные карты больных, также новорожденных деток, детей до года. Прививочные формы. Мы сегодня записались на прием, мне очень удобно. Записалась 12 часов, как бы 10 минут еще осталось. Мне так удобно. Основная проблема – нехватка участковых педиатров. В период простудных заболеваний от длинных очередей устают не только дети и их родители, но и сами врачи, которых после окончания приема ждет еще как минимум 2-3 вызова на дом. Ольга Мукатаева, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».